язык, жесты и импровизация. Этим детям очень хотелось бы слышать музыку, но они этого сделать не могут. Удивительно, но они не только попадают в ритм, но и создают музыку телом. Флешмоб доказывает, театр может возникнуть где угодно – в торговых центрах, на улицах. Дети рассказывают зрителям историю о счастье и мечте. На сцене играют часть спектакля «Крылья для клоунов». Любой зритель может присоединиться. Вместе с театром можно подурачиться, а еще и вспомнить детство, зарядиться театральной атмосферой и просто получить удовольствие. Очень интересно, там даже дети, которые просто смотрели, они могли тоже выступить. Даже то, что они друг друга не слышат и нас не слышат, они все равно все делают достаточно четко, в такт. И с таким удовольствием от них видно, что они сами довольны собой, своей работой и хотят участвовать в такой жизни общественной. Им нравится. Мне все понравилось, как они прикольно танцуют. У меня, я такая сижу. Они меня позвали. Я же не поняла, меня? Я впервые на сцене. Пиано выступает и на открытых площадках. Например, с флешмобом артисты посетили фестиваль «Секреты мастеров». Многие дети в коллективе уже не первый год. Олеся Кучеренко пришла в пиано в первом классе. Что в театре нравится больше всего? Репетиции, выступления, общение. Все спектакли театра интерактивны, зрители включены в действие. Пиано объединяет людей, как говорит его художественный руководитель, строит мосты между людьми и даже странами. Дарья Кульбакина и Вячеслав Орлов. Время новостей.